Привет, сестричка. Привет. Здравствуй, Бетти. Здравствуй, Каролин. Майкл, вам осталось подписать эту бумагу. И вы получите доступ к депозитному сейфу. Так, спасибо. И здесь, пожалуйста, что банк не отвечает за его содержимое. Здорово, да? Вдруг у вашей матери припрятаны миллионы. А теперь к делу. Пока ваша мать погребена на кладбище Сидар Хайтс, но это лишь временно. Почему временно? Есть одна проблема. Какая? Ваша мать оставила распоряжение, чтобы ее кремировать. Кремировать? Да, я тоже удивилась. Когда она так решила? Судя по всему, перед смертью. Что за глупости? Никто так не делает. Многие делают. Но не в моей семье. Папа купил места на кладбище Берри Хиллз для себя и для мамы. В завещании ясно сказано. Это не важно. Возможно, мама бредила. Она не понимала, что говорит. Иначе зачем она позволила папе купить два места? Она была дама необычная. Хотела, чтобы ее пепел развеяли с моста Роузман. Что? Странно. Мистер Питерсон, это есть в завещании? Нотариально заверенном при свидетеле миссис Люси Делэнни. Можете спросить ее. Я помню миссис Делэнни. Неважно. Что бы она ни завещала, мы не будем ее кремировать и швырять ее пепел с моста. Нам будет некуда к ней приходить, если она станет пылью. Где люди будут топтать, а собаки писать. Мы так не поступим. Это не по-христиански. Это итальянские обычаи. Она итальянка. Неважно. Дальше. Мы еще к этому вернемся. Давайте откроем сейф. Майкл, смотри. Ты когда-нибудь видел эти снимки? Они в конверте, помеченном 65-й год. Она не носила лифчик. Это мост Харвилл. Если кому-нибудь интересно. Что это за бумага? Покажите. Документы на землю, купленные в 59-м году. А это? Квитанции за технику, проданную вашей матерью. Вот. На первый участок, что купил ваш отец. А это... Майкл. Что? Майкл. Что? Можно тебя на минутку? Что? Куда ты? Обо мне там что-нибудь есть? Она мне что-нибудь оставила? Нет. Что случилось? Мы хотели спросить, можно ли нам с Кэролин посмотреть эти бумаги одним? Зачем вы будете терять время? Я позвоню вам в офис насчет гонорара. Я пытаюсь понять, что между нами случилось, почему наши пути разошлись. Но когда я смотрю в объектив фотокамеры, я вижу тебя. Сажусь писать статью,
и ловлю себя на том, что пишу тебе. Теперь мне ясно, что мы всю жизнь шли друг другу навстречу к тем четырем дням. Я не хочу больше это слушать. Сожги. Я не буду слушать. Выбрось. Что там дальше? Он пишет, что если он маме понадобится, она может найти его через редакцию журнала National Geographic. Он был фотографом. Обещал ей больше не писать, а дальше... Я люблю тебя, и подпись... Роберт. Роберт. Боже. Я убью его. Это невозможно, он уже умер. Об этом другое письмо. От его адвоката. Он оставил почти все маме. И просил... Что? Себя кремировать. А пепел развеять с моста Роузман. Проклятие. Так и знал, что мама не сама это придумала. Какой-то фотограф-извращенец сбил ее с толку. Когда этот ублюдок умер? В 82-м. Постой, значит, через 3 года после папы? Думаешь, они... Я не знаю, я не могу сказать. Я отсюда уже уехала. Мы тогда были детьми? Не могу поверить. Как, по-твоему, она спала с ним? Боже мой, Майкл, какой же ты все еще ребенок. Не говори со мной так. Это моя мать. Господи, она оказалась... Кем? Лучше молчи. Что я должен думать? Странно, что она мне не рассказала. Я ей звонила каждую неделю. Как она могла? Когда они встретились? Отец знал? Что еще в этом конверте? Кажется... Ничего. Франческо. Если хотите снова поужинать, прочтешь? Лучше ты. Январь 87-го года. Дорогая Кэролин, надеюсь, ты читаешь эти строки Майклу. Я уверена, сам он читать не сможет, и без тебя ему будет трудно меня понять. Первое и главное, я вас обоих очень люблю. И хотя я здорова, чувствую, пора привести дела, простите за выражение, в порядок. Надо же, она еще шутила. После того, как откроют сейф, уверена, вы сможете найти это письмо. Трудно писать это собственным детям. Я могла все унести с собой в могилу, но чем я старше, тем меньше боюсь. И становится все важнее поделиться с близкими, тем, что испытала за быстро пролетевшую жизнь. Очень грустно покидать эту землю, не открыв тем, кого любишь, какой ты на самом деле была. Матери легко любить своих детей, несмотря ни на что, не знаю, так ли это просто детям. Вы и без того сердиты на нас за то, что не так воспитали.
Его звали Роберт Кинкейд. Он был фотографом, приехал сюда в 65-м снимать для National Geographic репортаж о мостах округа Мэдисон. Помните, купив тот номер журнала, мы ощутили себя знаменитостями. Мы тогда на него подписались. Это мост Роузман. Мосты округа Мэдисон. Вот он, Роберт Кинкейд. А это мамин медальон. Я не хочу, чтобы вы на него сердились. Надеюсь, когда вы узнаете все, будете думать о нем хорошо, с благодарностью. Конечно. Вся история в этих трех тетрадях. Это случилось, когда шла ярмарка в Иллинойсе. Вы оба поехали с папой продавать бычка, питомца Кэролин. Вы уехали в воскресенье вечером. Это звучит ужасно, но я еле дождалась вашего отъезда. Их не будет до пятницы. 4 дня. Всего 4 дня. Майкл, опять хлопаешь дверью? Извини. Давайте поблагодарим Господа. Спасибо. Еще соус. И мне хлеба. Девятое место на этой неделе у песни «Детка, я твой». Проклятый ящик. Постой. Сердиться незачем. Извини, не хотел ворчать. Не ешь там ничего острого. И ты обещал. Клянусь, только с фильтром, не больше полпачки в день, я помню. Доктор Рейнольдс тебе запретил. Знаю, я шучу. Ты точно не поедешь? Точно. Чем же ты заполнишь 4 дня безделья? Тем же, чем дни труда, но без помощников. Я без тебя не усну. Сон не идет, когда тебя нет рядом. Это всего 4 дня.
Боже, где тебя носят? Ты опоздала, они уже уехали. За что ты меня так любишь? Я же тебя не люблю. Пошел вон. Тебе нравится песня? Мы с тобой здесь одни. Только ты и я. Здравствуйте. Знаете, мне кажется, я заблудился. Вы ехали в Айову? Да. Не так уж вы и заблудились. Я ищу мост. Крытый мост где-то в этом районе. Мост Роузман? Да. Это рядом, отсюда километра три будет. В какую сторону? Поезжайте туда. От Каттерсов сверните налево. От Каттерсов? От их фермы. Это маленький дом у дороги. Там большой рыжий пес. Большой рыжий пес. Так. Оттуда все время прямо до развилки, а там... останется километр, наверное. А от развилки куда? Направо. А потом? Нет, от другой развилки, извините. Проедете Питерсонов. Питерсонов? Ферму Питерсонов. Проедете старую школу. И налево. Легче объяснять, когда есть дорожные знаки. Это уж точно. Хотите, я покажу дорогу? Или объяснить? Могу так и так. Решайте вы, мне все равно. Неудобно отрывать вас от дел. Нет, я собиралась выпить чаю. И бить баклуши это подождет. Хорошо. Я только обуюсь. Фотоателье Кинкейда, Вашингтон. Не ожидал попутчиков. Куда ехать? Вперед и направо. Вперед и направо. В Айове чудесный воздух. Так пахнет только в этих местах. Понимаете? Нет. Это трудно объяснить. Видимо, так пахнет почва. Она здесь богатая, плотная. Живая, то есть не живая. Вы не чувствуете? Нет, ведь я живу здесь. Да, понимаю. Но запах дивный. Вы родом из Вашингтона?
Да, жил там до 20 лет. Потом уехал в Чикаго, женился. А когда вернулись? После развода. А вы давно замужем? Давно. Давно. Откуда вы с вами? Ничего, что спрашиваю? Ничего, я не против. Я родилась в Италии. В Италии? Из Италии в Айову. Где вы жили в Италии? В городке на восточном берегу. Вряд ли вы слышали. Бари. Бари? Я там бывал. Да ну? Да. Правда? Да. У меня была командировка в Грецию. Я проезжал Бари по пути в Бриндизи. Я посмотрел, место красивое. Сошел с поезда, пожил там пару дней. Вы сошли с поезда, потому что место понравилось? Да. Да, так и было. Извините. Хотите сигарету? Да, возьму. И давно вы живете в Айове? Вы сошли с поезда и жили там, где никого не знали? Да. Вот он. Прекрасный мост. Замечательный. Сегодня я снимать не буду, только подготовлюсь. А сниму завтра. Сейчас не то освещение. Ничего. Я вас подожду. Я не против. Я спущусь туда. Думаю, для начала место хорошее. Прекрасный мост. Вы тут бываете часто? Нет. Здесь всегда такая жара? Да, летом всегда. В кузове есть содовая. Хотите? А вы будете?
Не сейчас, спасибо. А я возьму. Вот вы где. Поймали. Я собирал вам цветы. Ведь мужчины вам дарят цветы. Я не слишком старомоден. Дарить даме цветы в знак благодарности. Вовсе нет, но эти ядовиты. Я шучу, простите. Я пошутила, простите меня. Не хотела. Вы по натуре садистка? Нет, не знаю почему. Я так сказала. Они прекрасны. Ищите что-то особенное? Выбор тут невелик. Нет, есть одна чикагская станция. Там хорошие блюзы. 14:10. Еще сигаретку? Да. Это и есть тот самый рыжий пес? Нет, он белый. Нет, рыжий. Спасибо вам за доброту, миссис Джонсон. Франческо. Роберт. Хотите чаю со льдом? Да. Садитесь. Хотите с лимоном? Да. Немного сахару. Можно. Подливайте сами. Спасибо. Не боитесь, ведь ядовитые. Простите меня, не знаю почему я это сказала. Где вы остановились? В каком-то мотеле. Кажется, Motor Inn. Записал адрес, но еще не снял номер. Надолго вы к нам? Не знаю. Дней на 5, может, на неделю. Сколько потребует работа? Где ваша семья? Муж увез детей на ярмарку. Моя дочь вырастила бычка. А возраст? 1.5 года. Нет, я о детях.
Майкл 17, а Кэролин 16. Хорошо иметь детей. Да. Да. Они уже не дети. Все меняется. Такова жизнь. Закон природы. Многие люди перемен боятся. Но если верить, что все к лучшему, то можно жить. В жизни вообще мало постоянства. Да, верно. Я из тех, кто перемен боится. Вы? Сомневаюсь. Почему? Из Италии в Айову перемен большая. Да. Но Ричард служил там. Мы познакомились, когда я жила в Неаполе. Я и не знала, где это Айова. Знала, что где-то в Америке. И хотела быть с Ричардом. Какой он? Он большой чистюля и... Чистюля? Да. То есть, у него много достоинств. Он большой труженик. Заботливый, честный, мягкий, хороший отец. И чистюля. Да, чистюля. И вам нравится жить здесь, в Айове? Да. Говорите, я никому не скажу. Знаю, надо сказать, все отлично, здесь тихо, люди хорошие. Все это правда, в основном. Здесь тихо. И люди хорошие, по-своему. Мы все помогаем друг другу. Если кто-то заболеет, все соседи приедут, помогут собрать урожай, сделают все, что нужно. Если вы едете в город, можете бросить незапертую машину, оставить детей и не бояться за них. Да, в здешних людях много хорошего, и я уважаю многие их качества. Но... Что? Это не то, о чем я мечтала девушкой. Однажды я кое-что написал. Я часто пишу, когда не езжу. Вот какие слова. Старые мечты. Хорошие мечты. Они не сбылись, но я рад, что они были. Не знаю, что это значит. Думал, когда-нибудь пригодится. Как бы то ни было, я вас понимаю. Хотите остаться на ужин? В городе выбор небольшой. И там вы будете один, как и я. Да, буду рад. С удовольствием. В дороге не так уж часто ем по-домашнему. Хорошо. Глупо.
Можно положить пленку в холодильник? Да. Так жарко, боюсь, она испортится. Я могу чем-нибудь помочь? В чем? На кухне? Мужчины тоже готовят. Хорошо. Да, пожалуйста. Что мне делать? Почистить морковь. Почистить? А потом потереть. Сделаем салат. Почистить морковь. Так годится? Хорошо, прекрасно. Неплохо, да? Не забудьте отрезать кончик. Хорошо. Позвольте, я... Дайте-ка. Извините. Я могу порезать лук. Да, хорошая мысль. Вы делаете так? Да, только ножом, а не пальцами, а то они пахнут. Я вам дам лимон. Хорошо. Хотите пиво? Да. У меня в машине есть. Я бы выпила. Что угодно, лишь бы не работать. Молодец. Это еще не все, постойте. Вот представьте себе, у меня на шее 3 камеры, в руках 3 нога. Я ползу на корточках, сижу в кустах, и вдруг, откуда ни возьмись, горилла. Здоровенная горилла. И смотрит прямо на меня таким сладострастным взглядом. Вряд ли вы видели столь волосатое создание. Я замер на месте, а как же иначе? И что? И тут она пошла прямо на меня. И что? О, Боже! Боже! Я... Не могу. Вы покраснели. Это очень больная тема, очень больная и неприятная. Что случилось? Мы стали женихом и невестой. Ей-богу, вам нужно писать рассказы. Я бы мог, но горилла была дамой. Глаза с поволокой, блестящие, тонкие губки, очень миленькие. Мы до сих пор переписываемся. Нет, о ней писать не буду. Боюсь, я пишу суховато. Да, если долго занимаешься журналистикой, то запрещаешь себе выдумывать. Лучше ограничись фотографией. Фотографии? Да. Дело хорошее. Вы любите свою работу, правда? Да. Я просто одержим ею. Почему? Как по-вашему? Не знаю. Вряд ли у страсти есть мотивы. На то она и страсть. Вы говорите как художник. Я бы не сказал. National Geographic любит снимки в фокусе, четкие и безликие. А я бы не возражал. Я не художник. Я слишком приспособлен к жизни, слишком нормален. А по-моему, не так уж вы нормальны. Что? Я не то хотела сказать. Не то, что прозвучало, понимаете? Ну ладно. Будем считать, что это комплимент. Сменим тему. Вы любите преподавать? Да, иногда, если попадается особенно способный ученик. Они все должны быть такими, но так не бывает. Выделяешь 1-2 и пытаешься чему-нибудь научить. Удавалось? Не знаю, надеюсь. Один из них пошел в медицинскую школу. Почему вы бросили? Из-за детей.
Ричарду это не нравилось. Но вы скучаете по работе? Я об этом не думаю. Расскажите о самом интересном месте, в котором побывали. Если вы не очень устали рассказывать. Самое интересное? Раз вы спрашиваете мужчину, не устал ли он говорить о себе, вы мало где бываете. Простите, я не хотел, это прозвучало глупо. Нет, но, может быть, вам скучно разговаривать с какой-то домохозяйкой и непонятно где. Здесь ваш дом, вот где мы. И мне не скучно. Дайте подумать. Вот где интереснее всего на свете, в Африке. Там другой мир. И не просто культура, люди. Они тоже. Но там и воздух другой. Другие цвета от рассвета до ночи. И все какое-то очень земное. Соседство людей, зверей, зверей друг с другом. Кто выживет, а кто нет. И никто никого не судит. Не навязывает мораль. Там просто живут. Это великолепно. Таких мест больше нет. Это просто рай для наблюдателя. Хотела бы я увидеть. Туда есть экскурсии. Попросите мужа. Да. Сегодня хороший вечер. Хотите прогуляться? Здесь тоже настоящий рай. Ну да. Я серьезно. Самое приятное место, какое я видел. Серебряное яблоко луны и солнце яблоко золотое. Это Йец из странствия Осиана, да? Хороший поэт, правда? Да. Реализм, лаконичность, чувственность. Красота, магия. Все очарование моих предков-ирландцев. Что-то не так? Нет, хотите выпить? Может быть, кофе или бренди? Или то и другое? Да, хорошо. Помочь вам помыть посуду? Нет. Сейчас я мыть не буду, все перебью. Вымою потом. Франческа. С вами все в порядке? Да. Франческа. Что? Что? Мы не делаем ничего плохого. Такого, о чем нельзя рассказать вашим детям. Да. Забылые вечера и далекую музыку. Он ее напоил и воспользовался. Возможно, даже принудил. Поэтому она молчала. Неправда. Он такой милый. Милый?
метит переспать с чужой женой. Нет, и потом это не делает человека злодеем. Мне он напоминает Стива. Стив — слабый, аморальный лгун. И все же он милый. Только зря женился. Особенно на мне. Я хочу есть. Ты не хочешь? Я не знал, что у вас так плохо. Только не надо меня жалеть. Я с ним живу добровольно. Зачем? Можно один вопрос? Да. Почему вы развелись? Я много ездил. Лучше спросите, зачем было жениться? Хотелось домашнего тепла, корней. Когда много ездишь, теряешь себя. Что же случилось? Я себя не терял. Мой дом повсюду, а не в одном месте. Я гражданин мира. Вам не бывает одиноко? Нет, я себе этого не позволяю. У меня по всему свету друзья, которых я могу навещать, если захочется. И женщины тоже? Я одиночка, но не монах. Вам действительно никто не нужен? Нет, мне нужны все. Я люблю людей, хотел бы знать всех. В Айове это проблема. Куда ни пойдешь, всюду одни и те же. Если муж миссис Делэнни крутит с женой Редфилда, весь город знает. Да. Обычная история. Люди слишком часто говорят, это мое, он мой, она моя. Ставят слишком много запретов, понимаете? Но вас не пугает одиночество? Нет. Со мной мое ремесло. Вы никогда не жалеете? О чем? О своем разводе. Нет. Не жалеете, что у вас нет семьи? Не обязательно иметь семью. Разве можно жить только для себя? А как же другие? Я же сказал, что люблю людей. Но никого конкретно. Это тоже любовь? Нет, другое. Понимаю. По-вашему, это нехорошо, ненормально, но это не так. Я так не сказала. Не понимаю американской семейной этики, хотя она гипнозом охватила страну. Наверное, я кажусь вам этакой неприкаянной душой, обреченной скитаться по миру без телевизора и духовки. То, что люди решают иметь дом и семью, не значит, что они под гипнозом. То, что я не видела бегущих газелей, не значит, что я живу во сне. Вы хотите оставить мужа? Нет. Конечно, нет. Простите меня за вопрос, простите. Почему вы об этом спросили? Я думал, у нас откровенный разговор. Я сглупил, простите. Нет, у нас и правда разговор. Но вы так спрашиваете, так все переиначиваете. Видимо, я слишком проста, чтобы понять. Извините, простите меня. Утром еду к мосту Роузман. Мне пора. Простите меня. Нет, это я должен извиниться. Простите меня. Я задал нескромный вопрос. Это глупо. Я чувствую, что вечер испорчен. Нет, вечер все равно был чудесный. Чудесный вечер, приятный разговор. Спасибо вам за компанию и за бренди.
Вы хорошая женщина, Франческа. Держите в шкафу бренди, он еще может пригодиться. И не обманывайте себя, Франческа. Вы далеко не простая женщина. Дом Джонсонов. Ричард, здравствуй. Да. Everyone's у вас все в порядке? Хорошо. Я говорю хорошо. Если хотите опять поужинать, когда летают мотыльки ночные, приходите сегодня вечером. Все хорошо.
Дом Джонсонов. Здравствуйте, это Роберт Кинкейд. Здравствуйте. Я получил вашу записку, цитата из Йейтса. Я положил ее в карман и не прочел сразу, потому что солнце вставало, я спешил снимать. Вставало солнце? Да, я принимаю приглашение, но приехать смогу попозже. Я еду снимать к мосту Халливелл. Можно после 9? Да, как освободитесь. Работа главная. Я приготовлю что-нибудь вкусное, потом разогреем. А может быть, вы поехали бы со мной? Да, я бы хотела, но я сама к вам туда приеду. Хорошо? Хорошо. Во сколько? Может, в 6. Идет. Отлично. Пока. Пока. Демойн, 14 миль. Боже, Люси Редфилд. Говорят, миссис Делэйни их застукала. Тут свободно, садитесь. Спасибо. Ну и пекло сегодня. Да. Ну, что-нибудь закажете? Нет. Спасибо, я передумала. Может, вот это? Не знаю, не знаю. Я давно не покупала себе платье. Я хочу простое платье. Не для особого случая. Просто новое. Новое платье и все. Это помогает. А если не поможет, скажите, что вышли за него из жалости. На моего это всегда действует. Дом Джонсонов. Здравствуйте, это Роберт. Здравствуйте. Знаете, я немного задержалась, но я приеду. Не хочу, чтобы вы меня не так поняли, но... Может быть, не стоит? Я сегодня зашел в кафе и видел жену Редфилда. Значит, вы все знаете. Да, кассир из Бакалеи рассказал в подробностях. Да, он у нас первый сплетник.
Я узнал о романе Делэни больше, чем знаю о себе. Если вам нелегко со мной встретиться, я не обижусь. Я порой не думаю о чужих чувствах. Не хочу ставить вас в неловкое положение. Да, я понимаю. Очень мило, что вы об этом подумали. Роберт. Да? Я хочу приехать. Встретимся у моста, как собирались. Об остальном не волнуйтесь. Я не боюсь. Хорошо. До встречи. Да, до встречи. Пока. Здравствуйте. Как здесь красиво. Будьте как дома, я быстро управлюсь. Смотрите, бабочка. Поймал. Не надо меня снимать. Давайте, позируйте. Как французские манекенщицы. Приготовились. Как Джина Лабриджида. Нет. Нет, у меня все готово. Я только пойду, освежусь, приму ванну. Можно я накрою на стол? Да, конечно. Хорошо. Хотите пиво? В ванную. Да. Спасибо. Ужинать будем через полчаса. Я представила, как он только что принимал душ. Я лежала там, куда вода текла по его телу, и это было очень эротично. Почти все в Роберте Кинкейде стало казаться мне полным эротики.
Что-то не так. Вы великолепны. Позвольте мне это сказать. Так вы всю округу с ума сведете. Дом Джонсона. Привет, Мэтч. Нет, я готовлю себе ужин. Нет, а что? Да, я о нем слышала. Знаю, что он фотограф или что-то в этом роде. Хиппи? Нет. Не знаю, разве так выглядят хиппи? Нет, я собиралась принять ванну, когда ты позвонила. Да, они вернутся в пятницу. Да. Я тебе позвоню, хорошо? Пока. If you could see the magic, if you could see me too, there would be nothing tragic. Хочешь меня остановить? Скажи сейчас. Никто тебя не просит. I close my eyes, and there you are. In all my dreams of you.
Would that my love would haunt you so, knowing, knowing I want you so. I can't erase your beautiful face before me. I can't erase your beautiful face before me. Он сказал, не надо винить себя в том, что случится. Что с тобой? Пойду прогуляюсь. Увези меня куда-нибудь. Сейчас же увези меня туда, где бывал, на другой конец света. В Италию? Да. В город Бари? Да. Расскажи, как ты? Тогда сошел с поезда. Станцию ты знаешь? Да. Помнишь ресторанчик с полосатым тентом? Да. Через дорогу, где подают арранчину. 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 Да, печенье. Знаю. Там я пил кофе. Ты сидел... У двери или напротив церкви? Напротив церкви. Да. Я тоже там садилась. Я сидела там такой же день. Было очень жарко. Я шла из магазина. Со мной были пакеты. Их надо было нести дальше. Из-за тебя забыла, о чем я. Мне повезло. Я думала только о нем. Ничего не могла поделать. А он читал мои мысли. Все, что я чувствовала, все, что хотела, он тут же угадывал. И в этот момент исчезло все, что я знала о себе до сих пор. Я стала другой женщиной, в которой меня было больше, чем когда-либо прежде. Мы решили провести среду вдали от Уинтерсета, от округа Мэдисон. Вдали от лугов и мостов, слишком знакомых людей и тягостных воспоминаний. Мы направились, куда глаза глядят. Это Индия? Красиво. Ты только посмотри. Смотри, какие лица. Великолепно. Они словно не замечают камеры. Это даже не фотографии, а истории.
Ты должен их опубликовать и сдать свою коллекцию. Никто их не купит. Почему ты решил? 6 издателей так говорили. Неважно. Значит, у меня нет таких качеств, которые делают человека художником. Вот и все. Может быть, нужно поверить в себя? Возможно. Для начала задумайся, откуда в тебе эта страсть? Что это? Я вспомнила о нем в первую ночь, когда ты ушел. Это медальон из Ассизи. Тетя подарила, когда мне исполнилось 7 лет. Франческо. Возьми себе. Он твой. Один музыкант рассказал Роберту о ресторанчике у шоссе. Роберт уверял меня, что там не будет знакомых. Спасибо. Спасибо. Каким ты был в молодости? Бедовым. А что? Просто спросила. Почему бедовым? Такой характер. Какими были твои родители, мать и отец? Не знаю, правильно ли это. Что? Заполнить собой твою жизнь до пятницы. This may only be
Адвокат, специалист по разводам. Где ты был? В баре. Ты звонил Бетти? Позвони. Я узнал, кто такая Люси Делэнни. Помнишь, они жили на Хилкрест-Роуд? Да, я думала, она умерла. А муж женился на Люси Редфилд. Вроде бы у них был долгий роман. Видимо, первая миссис Редфилд была фригидна. То есть, не любила секс? Мама ей помогла бы. Боже. Я жалела, что не живу яркой жизнью где-нибудь в Париже. Она вот где, в Айове. Ты пьян? Еще нет. Может быть, прокатимся? Давай. Дай мне ключи. Извини, я возьму ключи, поведу сама. Я никогда не изменял Бетти. Ни разу после свадьбы. А хотел? Случалось тысячу раз. Выходит, маме было можно, а мне нельзя? Жаль, что мне, что уже за 40. Я больше 20 лет живу в браке без радости. Так меня воспитали. Неси свой крест. Нормальные люди не разводятся. Не помню, когда мой муж занимался со мной любовью так, чтобы померещилась Африка. Если честно, никогда. И вдруг я узнаю, что моя мама, домохозяйка, была почти гетерой. А я? Мне так странно. Словно она изменила мне, а не папе. Что за безумие? Когда ты единственный сын, чувствуешь себя наследным принцем. И в глубине души считаешь, что твоя мать больше ни с кем не спит. Ведь у нее есть ты. Ты прав, это безумие. Если она была несчастлива, почему не ушла? Можно я прочту? Вдруг я упустил что-то важное. Она повела его в спальню. Папину? Ты можешь это пропустить. Начни вот отсюда. Роберт спал на кровати. Я в ту ночь не уснула. Что будет завтра? В конце дня он уедет, и все новое, неизведанное, что стало близким, исчезнет. Выспался? Спасибо. Хорошо. Еще кофе? Да. Роберт, извини за вопрос, но я должна знать. Что? Твои женщины-подруги по всему свету. Как у тебя с ними?
Вы встречаетесь? Или ты о них забываешь? Или с кем-нибудь из них переписываешься? Как это бывает? О чем ты? Я хочу знать порядок, шаблон, чтобы не нарушать его. Хочешь варенье? О чем ты? Какой шаблон? Ты думаешь, это шаблон? Что же тогда? Разве мне решать? Это ты замужем? Ты не хочешь оставлять мужа? Зачем? Уехать с тем, кому нужны все и никто конкретно? Чего ради? Передай, пожалуйста, масло. Я был с тобой честен. Да, абсолютно. Ты привык ни в ком не нуждаться. Это очень трудно сломать. В таком случае, зачем спать? Отдых тебе не нужен. Зачем есть? Пища тоже не нужна. Что ты делаешь? Видимо, я не создана быть гражданкой мира, чтобы как ты испытать все и ничего. А откуда ты знаешь, что я испытал? Я знаю тебя. Что значит моя жизнь для того, кому никто не нужен, кроме его ремесла? Кто притворяется, что не боится смерти? Не будем об этом. Ты уедешь, а мне всю жизнь сидеть тут и ждать, что случится, если вообще случится. Гадать, сидишь ли ты у какой-нибудь домохозяйки в Румынии, рассказывая ей о мире, о друзьях и секретах, в том числе обо мне. Что я должен сказать? Я ничего не хочу. Не говори ничего. Прекрати сейчас же. Ладно. Еще поешь или покувыркаемся в последний раз? Я не стану извиняться за то, что я — это я. Тебя и не просят. И я не чувствую, что совершил что-то плохое. Ты вообще ничего не чувствуешь. Ты выбрал в жизни удобную роль — наблюдателя, отшельника и случайного любовника. А все остальные должны быть тебе благодарны за эти краткие моменты. Иди к черту! Быть одиноким и не бояться — бесчеловечно. Ты лицемер и притворщик. Я не хочу нуждаться в тебе. Почему? Потому что ты не моя. Какая разница? Что? Разве непонятно? Я должна знать, что я для тебя значу, потому что должна, иначе я сойду с ума. Потому что я не могу жить, словно ничего не случилось. Не могу делать вид, что для меня это пустяк, потому что завтра все кончится. Если я дал тебе понять, что случившееся для меня не ново, что это мой шаблон, то я очень виноват. А в чем разница, Роберт? Когда я думаю, зачем я делаю снимки, вижу единственное объяснение. Только за тем, чтобы попасть сюда. Сейчас мне кажется, все, что я делал в жизни, вело меня к тебе. И если завтра мне придется уехать без тебя... Не уезжай. О, Боже. О, Боже, что нам делать?
Где твой грузовик? За сараем. Я пойду. Пойду наверх. Привет. Здравствуй, Мэтч. Я испекла пирожные. Послала Флойда с сыном в город. Сказала: Флойд, я навещу подругу, проведу у нее день. Он сказал: кто же сварит обед? Я беру выходной. Поедите вечером. Правда, здорово? Он не посмел возразить. Даже не пришлось корить его, что вчера поздно явился. Прости, что пришла не сразу, когда сын дома. Время летит быстро. Как Ричард? Как ярмарка? Ну и жара. Да, жарко. Едем со мной. Ты поедешь со мной? Хочешь пива? Нет. Ты со мной не поедешь, да? Чем больше я об этом думаю, тем больше мне кажется, что это неправильно. Для кого? Для всех. Мои не выдержат атмосферы сплетен. И Ричард никогда не сможет с этим смириться. Он будет убит, а он этого не заслужил. Он в жизни никого не обижал. Переживет. Люди меняются. Его семья владела этой фермой 100 лет. Ричард не сможет жить где-то еще. А дети? Они уже взрослые.
Ты сказала, они с тобой почти не говорят. Да, говорят они мало. Но Кэролин всего 16. Скоро она узнает об отношениях мужчин и женщин. Полюбит кого-нибудь. Будет строить с ним жизнь. Если я уеду, какой подам ей пример? А как же мы? В глубине души ты знаешь... Если мы с тобой уедем, все будет иначе. Да, и может быть лучше. Как бы далеко не уехали мы от этого дома, сердцем я буду здесь. Каждую минуту, которую проведу с тобой, я буду чувствовать боль и вину за то, что полюбила. И тогда даже эти прекрасные дни покажутся подлостью и ошибкой. Франческа, думаешь, то, что случилось с нами, бывает с каждым? То, что мы чувствуем, чудо. Теперь нас с тобой нельзя разделить. Некоторые всю жизнь ищут это и не находят. А другие вообще в это не верят. И ты хочешь сказать, это неправильно? Все кончено? Мы сделали в жизни свой выбор, Роберт. Не понимаешь? Мало кто понимает, если женщина выбрала себе мужа, родила детей, в каком-то смысле жизнь для нее началась, а в другом кончилась. Ты строишь такой уклад жизни, не думая о себе самой, чтобы росли твои дети, а когда они разлетятся, с ними уйдет и уклад жизни. Ты должна жить для себя, но уже не умеешь, ведь от тебя давно никто этого не ждал, даже ты сама. Ты ведь не думала, что к тебе может прийти такая любовь? Но раз уж она есть... Я... Хочу сохранить ее навек и любить тебя, как сейчас, до конца моих дней. Но, уехав, мы все потеряем. Я не могу зачеркнуть свою жизнь, чтобы начать новую. Все, что я могу, хранить нашу любовь глубоко в моем сердце. Помоги мне. Не надо. Не надо сдаваться. Может быть, ты решила не окончательно. И тебя держит этот дом. Может, завтра они вернутся, и ты решишь по-другому. Это возможно? Не знаю. Послушай, я побуду здесь несколько дней. Давай поговорим позже. Не нужно решать сейчас. Роберт, не надо этого. Я не хочу прощаться сейчас. Мы не должны принимать это решение. Возможно, ты передумаешь. Увидимся еще раз, и ты передумаешь. Да. В таком случае это решишь ты, потому что я не смогу.
Я это скажу только раз. Никогда прежде этого не говорил. Такое выпадает в жизни лишь однажды. Смотри! Получила приз. Я не смогла его продать. Я так и знала. Знала, что выиграешь. Молодец. Я тобой горжусь. Спасибо. Здравствуй, мама. Здравствуй, милый. Вы ели? Да, я ел. Френчи. Привет, как ты? Как доехали? Быстро? Нет, долго. 3 часа, да? Там было весело. Хочешь есть? Я приготовлю. Ярмарка была отличная. Вы вернулись домой, а я вернулась к обычной жизни. Прошел день или два, и, вспоминая о нем, я спасалась домашней работой, уводившей меня все дальше от наших 4 дней. И слава Богу, так безопаснее. Покончим с этим. Я больше не выдержу. Стреляй! Я говорил не о тебе. Все равно я погибну. Я не выдержу. Стреляй. Не завязывай мне глаза. А что на ужин? Курица, горох, арбуз? Что купить к ужину? Может, рагу из тушенки. Хорошо.
На какой-то миг я потеряла голову. И тут же подумала, что, может быть, он приехал не за мной. И уехать будет легко. Роберт наклонился, доставая что-то из бардачка. Неделю назад, наклонившись так же, он задел мою ногу. Неделю назад я ездила в Демоин покупать новое платье. Далеко забрался вон тот парень. Он из Вашингтона. Наверняка фотограф, о котором судачат в кафе. Ну, чего он ждет? Поезжай. Все во мне кричало. Я не права, Роберт, не права, что осталась, но я не могу уехать. Я повторю тебе, почему. Скажи опять, почему я должна уехать? И мне вновь слышался его голос. Такое выпадает в жизни лишь однажды. Что с тобой, Фрэнни? Может, объяснишь, в чем дело? Сейчас все пройдет, Ричард. Сейчас. Папа, ты купил не тот корм. Что?
Я была благодарна им за молчание. Я понимала, что у любви свои законы. Ее тайна чиста и абсолютна. То, что было с Робертом, погибло бы, окажись мы вместе. А то, что есть у нас с Ричардом, погибнет, если я уйду. Но мне так хотелось им рассказать. Как бы тогда изменилась наша жизнь? Могут ли другие ощутить эту красоту? Здравствуйте. Я Франческа Джонсон. Мне неловко, что я не пришла к вам раньше. Я не вовремя? Вы не заняты? Я не поздно? Нет, вовсе нет. Мы с Люси стали неразлучны. Как ни странно, я рассказала ей о Роберте лишь годы спустя. Но почему-то в ее обществе мне было гораздо спокойнее думать о нем, продолжать его любить. В городе сплетничали о нашей дружбе. Мы не обращали внимания. И ваш отец тоже. Лекарство. Вот так. Лучше? Лучше, да? Лучше. Фрэнни. Да. Хочу тебе сказать. Я знаю, у тебя были мечты. Прости, что не смог их осуществить. Я тебя очень люблю. Когда ваш отец умер, я пыталась связаться с Робертом, но он ушел из National Geographic. Никто не знал, где он. Нас могли связать только места, где мы с ним побывали. И каждый год, в мой день рождения, я туда ездила. Однажды я получила письмо от его поверенного и посылку. Франческе. Четыре дня памяти Роберта Кинкейда. Thank you.
хотите поужинать, когда летают мотыльки? Есть снега в тишине густых лесов и на пустынных берегах морей, там, где ничьих не слышно голосов, и только шум волны слышней. Природа-мать мне ближе всех людей, и от всего земного отрешась, спешу туда, где чувства все сильней, где со Вселенной обретаю связь. Байрон. Не было дня, когда бы я не думала о нем. Когда он сказал, что мы неразделимы, он был прав. Меня связали с ним самые прочные узы. Если бы не он, я не смогла бы прожить на ферме столько лет. Помнишь, ты просила одно мое платье, Кэролин? Сказала, все равно я его не ношу. Для меня это прозвучало, словно ты попросила мое подвенечное платье, чтобы пойти в кино. Прочитав это письмо, вы, надеюсь, поймете мою последнюю волю. Это не бред сумасшедшей старухи. Я всю жизнь отдала семье. А мои останки хочу отдать Роберту. Привет, пап. Можно с тобой поговорить? Ты шлялся всю ночь. Могу я спросить, где ты был? Ты со мной счастлива, Бетти? Я бы этого хотел. Больше всего на свете. Привет, Стив, это я. Хорошо. А ты? Слушай, есть разговор. А можно сейчас? Нет. Я немножко поживу здесь. Не знаю, как долго. Нет, не сержусь, Стив. Нет. Я совсем не сержусь. Я отдала Люси его фотоальбом. Будет интересно, посмотрите. Если вам еще не все ясно, фотографии помогут понять. В конце концов, душа художника в его работах. Я люблю вас обоих всей душой. Постарайтесь быть счастливыми в этой жизни. В ней так много прекрасного. Прощайте, дети. Режиссер Клинт Иствуд. Автор сценария Ричард Ла Гравенези. По роману Роберта Джеймса Уоллера. Про
продюсеры Клинт Иствуд и Кэтлин Кеннеди. Оператор Джек Грин. Композитор Ленни Найхаус.